Авиабилеты в России набирают высоту. По итогам 2019 года они подорожают на 9-10%. Такой прогноз, его приводит газета «Известия», дали в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. Там подсчитали, что уже в первом квартале этого года убытки компаний на 32% больше, чем было год назад. Эксперты отмечают, авиакомпании вынуждены повышать цены из-за того, что керосин подорожал. Его цена взлетела еще в прошлом году и продолжает немного расти. А порядка трети стоимости билета приходится как раз на топливо. С августа заработал так называемый демпфер за керосин. По нему авиакомпании могут получить компенсацию, если нефть подорожает до $70 за баррель. Но сейчас нефть стоит меньше $60, а значит и компенсаций нет.